Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите еженедельный выпуск новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. 18 сентября в Берлине прошла церемония открытия крупнейшей выставки рельсового транспорта «Инотранс-2018». Спикеры рассказали о последних трендах транспортной отрасли и поделились ожиданиями от выставки. На выставке «Инотранс» в Берлине общественности был впервые представлен высокоскоростной «Юнибус» — одна из последних разработок струнного транспорта Skyway. Анатолий Юницкий дал интервью по результатам первого дня выставки «Инотранс-2018» в Берлине. Он рассказал о преимуществах презентованного высокоскоростного «Юнибуса» и целях участия в выставке. Skyway Capital продолжает развивать международную партнерскую структуру и знакомить всех желающих с перспективами развития струнных технологий. Генеральному конструктору Skyway вручили юбилейную медаль 100 лет Вооруженным силам Республики Беларусь за выдающийся вклад в патриотическое воспитание молодежи. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 18 сентября в Берлине прошла церемония открытия крупнейшей выставки рельсового транспорта «Инотранс-2018». Спикерами выступали еврокомиссар по транспорту Виолетта Буллс, министр транспорта Германии Андреас Шойер, председатель правления Deutsche Bahn Ричард Луц, а также топ-менеджеры компаний Alstom, Bombardier и Siemens. Эксперты рассказали о последних трендах транспортной отрасли. В частности, они затронули вопросы снижения объемов вредных выбросов в атмосферу, цифровизации и автоматизации управления транспортными комплексами. Отметим, что характеристики транспорта Skyway соответствуют каждому обозначенному в выступлении пункту. В ближайшие дни гости выставки смогут убедиться в этом, посетив стенд компании вживую, соприкоснувшись с новинками. С другими деталями церемонии открытия выставки вы можете познакомиться на нашем сайте. В Берлине на международной транспортной выставке «Инотранс-2018» Skyway представила высокоскоростной «Юнибус». Долгожданная новинка обладает уникальными аэродинамическими свойствами. Коэффициент сопротивления всего 0,6, что позволяет ему разгоняться до 500 км в час. Показатели расхода энергии нового «Юнибуса» станут рекордными для высокоскоростного маломестного колесного транспортного средства. На скорости 100 км в час расход составит менее 0,1 кг на 100 пассажирокилометров. Данные характеристики являются близкими к теоретическому пределу среди всех видов транспорта. Подробнее ознакомиться с новой разработкой Skyway, посмотреть несколько фото высокоскоростного «Юнибуса» на стенде выставки «Инотранс» и видеоролик вы можете в разделе новостей на нашем сайте. Генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий дал интервью по результатам первого дня выставки «Инотранс-2018» в Берлине. Он рассказал о преимуществах презентованного высокоскоростного «Юнибуса» и целях участия в выставке. Юницкий отметил, что аналогов этому транспортному средству нет, оно было разработано не дизайнерами, а инженерами. Это значит, что внешний вид и характеристики нового «Юнибуса» обусловлены необходимостью получить беспрецедентные характеристики аэродинамики и экономичности. Познакомиться с полной версией интервью вы можете на нашем сайте. Как известно, для привлечения средств в проект струнного транспорта Skyway Capital использует инвестиционную модель краудинвестинга. Ее эффективность напрямую зависит от активности участников и развития партнерской структуры. Ключом к построению такой структуры стало проведение презентации Skyway Capital по всему миру. 9, 15 и 16 сентября встречи прошли в разных городах Молдовы. Спикеры вместе с гостями обсудили возможности использования эстакадного транспорта Skyway для решения проблемы пробок и аварий на дорогах Молдовы, а также поговорили о перспективах сотрудничества с фондом Skyway Capital. Помимо этого, спикеры осветили и последние события – ЭКФС-2018 в Беларуси и представление нового юникар для людей с ограниченными физическими возможностями на выставке «Инвоэкспо» в Москве. Узнать другие подробности регионального развития Skyway Capital, а также даты, время начала презентации в различных регионах мира, вы можете в разделе «События», офлайн-мероприятия личного кабинета и сайта Skyway Capital.
Офис компании-разработчика Skyway посетил председатель Пуховической районной организации Общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Александр Дашкевич. В ходе визита он торжественно вручил генеральному конструктору Анатолию Юницкому юбилейную медаль «100 лет Вооруженным силам Республики Беларусь» за выдающийся вклад в патриотическое воспитание молодежи. В планах у руководства Skyway дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений с органами местной власти и бизнес-сообществом Пуховического района, поддержание атмосферы сотрудничества, а также содействие в развитии инфраструктуры внутреннего и внешнего туризма региона. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.